Глава 16 книги пророка Иеремии. «И было ко мне слово Господне, не бери себе жены, и пусть не будет у тебя ни сыновей, ни дочерей на месте сем. Ибо так говорит Господь о сыновьях и дочерях, которые родятся на месте сем, и о матерях их, которые родят их, и об отцах их, которые произведут их на сей земле. Тяжкими смертями умрут они, и не будут ни оплаканы, ни похоронены, будут навозом на поверхности земли, мечом и голодом будут истреблены, и трупы их будут пищей птицам небесным и зверям земным. Ибо так говорит Господь, не входи в дом сетующих, и не ходи плакать и жалеть с ними, ибо я отнял от этого народа, говорит Господь, мир мой и милость и сожаление. И умрут великие и малые на земле сей, и не будут погребены, и не будут оплакивать их, ни терзать себя, ни стричься ради них, и не будут преломлять для них хлеб в печали, в утешение об умершем, и не подадут им чаши утешения, чтобы пить по отце их и матери их. Не ходи также и в дом пиршества, чтобы сидеть с ними, есть и пить. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, вот я прекращу на месте сем в глазах ваших, и в одни ваши голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты. Когда ты перескажешь народу сему все эти слова, и они скажут тебе, за что изрек на нас Господь все это великое бедствие, и какая наша неправда, и какой наш грех, которым согрешили мы пред Господом Богом нашим, тогда скажи им, за то, что отцы ваши оставили меня, говорит Господь, и пошли во след иных богов, и служили им, и поклонялись им, а меня оставили, и закона моего не хранили. А вы поступаете еще хуже отцов ваших, и живете каждый по упорству злого сердца своего, чтобы не слушать меня. За это выброшу вас из земли сей в землю, которой не знали ни вы, ни отцы ваши, и там будете служить иным богам день и ночь, ибо я не окажу вам милосердия. Посему вот приходят дни, говорит Господь, когда не будут уже говорить «жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской», но «жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли северной и из всех земель, в которые изгнал их, ибо возвращу их в землю их, которую я дал отцам их. Вот я пошлю множество рыболовов, говорит Господь, и будут ловить их, а потом пошлю множество охотников, и они погонят их со всякой горы и со всякого холма и из ущелий гор. Ибо очи мои на всех путях их, они не сокрыты от лица моего, и неправда их не сокрыта от очей моих. И воздам им прежде всего за неправду их и за сугубый грех их, потому что осквернили землю мою трупами гнусных своих и мерзостями своими наполнили наследие мое. Господи, сила моя и крепость моя, и прибежище мое в день скорби, к Тебе придут народы от краев земли и скажут: только ложь наследовали наши отцы, пустоту и то, в чем нет никакой пользы. Может ли человек сделать себе богов, которые, впрочем, не боги? Посему вот я покажу им ныне, покажу им руку мою и могущество мое, и узнают, что имя мое — Господь.